Команды правильно, ребята, выполняем. Если вам говорят развернуться на перекрестке, значит на перекрестке. Если перед перекрестком, значит перед перекрестком. Понятно? Пешеходный переход регулируемый. Можете отличить от перекрестка? На перекрестке тоже есть светофор. На перекрестках тоже есть зебры. На перекрестке пересечение проезжих частей. Вот. Регулируемое. Да. На этом перекрестке мы можем развернуться? Нет. Почему? Не дополнительная секция. Ну а что, обязательно дополнительная секция на перекрестке? Так-то не глупи. Просто под капот вон посмотри, какая стрелочка нарисована. Где? Ну вон, под машин, между нашими машинами. Движение. Прямо. 1.18 разметка. Направление движения по полосам. Вы, пацаны, не тупите. Вы в YouTube попадете. Как учебное пособие. Либо как нужно делать, либо как не нужно делать. Все зависит от вас. А это перекресток был? Нет. Это выезд с депо троллейбуса. Опа, нашел дополнительную полосу. Пацаны, вы, кстати, на перекрестках, ну смелее, вы одни единственные, да? Вот он пошел один. Ну и девушка, какая разница, водитель, он в Африке водитель. На дороге все равны, что девушки, что мальчики, что мужчины. А чё девочка-то пошла первая? Ну, она ветеран. Все, замигал. Поехала, поехала. Да ну а чё ты сигналишь? Ну чё сигналишь? Мы же не виноваты, правильно? Бывает. Сигналит. Вот такие коллапсы бывают, чё. Но мы должны закончить маневр. Ошибка вам ясна, ребят, из-за чего девочка не сдала экзамен? Забыл. Ну конечно. Ну я так думаю, сейчас посмотрим, что я скажу. Наверное, ей сказали остановитесь на остановке. Да? На остановке. В курсе, ребята, что сейчас правая полоса уходит на Тополево? Что вы когда сейчас поедет кто из вас, вы должны, да, уехать в левую полосу. Чего вы сидите? Кто следующий?